Друзья, всем привет! Как вы заметили, речь пойдет о закручивании вот таких крюков. Есть некоторые нюансы в этом деле. Сейчас я вам все объясню. Не переключайтесь, а лучше подпишитесь. Итак, как вы заметили, я закручиваю вот этими насадками. У меня их две. Продаются в магазине 85 рублей. Видео снимаю для того, чтобы вы знали, что есть некоторые нюансы в закручивании вот такими насадками, вот таких крюков. Вы спросите, да зачем они нужны, зачем их покупать, можно свою какую-то приспособу придумать или рукой закрутить, и никаких проблем. Как бы отчасти с вами соглашусь, да, вот такие крюки можно руками закручивать. Вот, смотрите, сейчас. Я сейчас ускорю процесс, но потом объясню вам нюанс. Видите, сколько ушло на это времени? Это я ускорил еще видео, да? Плюс, если закручивать рукой, у вас отвалится кисть потом. И вы натрете мозолись на своих пальцах. А если еще и отверстий много, и таких крюков, то рукой вы просто замучаетесь. Кто-то скажет, можно и отверткой вот так вот позакручивать, кто-то скажет плоскогубцами, кто-то скажет, да я и рукой могу. Ну и когда у вас много таких отверстий, у вас, во-первых, уйдет куча целое времени, и вы замучаетесь, у вас устанут руки. И вот для этого есть вот такие вот насадочки. Они продаются комплектами под разные размеры. Есть под толстые, есть под тонкие. Вот видите, под тонкий на толстый уже не лезет. У меня вот такой вот крючок, единственный я нашел. Вот можно вот этими вот насадками захватывать и маленькие крючки. Кто-то скажет, что маленькие крючки тоже можно рукой закрутить. Да понятное дело, что его можно закрутить рукой. Но дело в том, что у него в начале, при входе, у него нормально, ну, усилие легкое идет. Закручивание. Но потом, под конец, когда вам уже надо будет выровнять относительно к плоскости крючок, да, расстояние, вы почувствуете, что он очень тяжело закручивается, и рукой, если их много надо вам вкрутить, допустим, в стену там или в какую-нибудь еще какую-то поверхность, опять же повторюсь, вы натрете себе пальцы до мозолей, плюс у вас устанут пальцы, руки устанут. И вот опять же вернемся к этим вот насадочкам. Ну вот смотрите, я сейчас вкрутил рукой, сейчас я выкручу. Вы заметили, как быстро этот процесс происходит. Давайте еще раз попробуем. Это такая залипуха, видео-залипуха. Кому интересно, типа как сейчас модный мукбанг показывают, как люди кушают, а я вам показываю полезность, как вкручивать крючки. Причем, обратите внимание, смотрите, с насадкой виляние самого шуруповерта сильного не происходит. Видите, вот, а если напрямую без насадки установить вот такую вот штучку, то получится вот такое вот существенное виляние самого шуруповерта. Смотрите, видите? Его вот так вот колбасит. Поэтому желательно использовать вот такие удлинители. Я тут недавно показывал набор Bosch. Ха-ха, вот он этот удлинитель. Опять же, битодержатель и удлинитель. Можно и с ним попробовать. Заодно протестим. Чем длиннее вот эта вот сама насадка, тем удобней контролировать шуруповерт. Вот это, собственно говоря, и есть нюанс, который важен для закручивания шуруповертом вот эти крюки. Видите, меньше расколбаса. Давайте еще больше удлиним. Чем длиннее, тем лучше. Видите, если очень длинная будет, вообще чудесно все происходит. И вот таким образом крюки гораздо легче закручивать. Есть, конечно же, и лайфхаки, я сейчас покажу. Кто-то скажет, да зачем вот эти насадки нужны? Можно вот такую петлю установить в шуруповерт, вот так вот. Закручивать, выкручивать. Я с вами соглашусь. Но, смотрите, он не всегда эффективно, он срывается вот так вот. То есть вы сюда давите, вот он круглый.
Можно, конечно, из гвоздя сделать себе крючок тоже. Можно вообще обойтись без всяких инструментов, просто вбить зубами, вгрызть. Вот так вот. Смотрите, можно и вот такой вкрутить. Сейчас я вам покажу. И давайте посмотрим, как вот такой вот с петлей можно вкрутить. Ну вот здесь вот уже, конечно же, подойдет лайфхак. При помощи крюка вставляем крюк, этот же, крепежный. Срывается, видите? Вот они нюансики, которые, собственно говоря, я вам и хотел обозначить. Так что вот, смотрите, рукой опять же тяжело. Давайте я ускорю. Вот такое вот дело. Вот такие крюки бывают как саморезные, так и не саморезные. Ну, в моем случае сейчас не саморезные. Я вот здесь заранее приготовил отверстие, просверлил, ну, чтобы вам пример показать. Ну и в итоге вот применяем вот такие вот переходники, удлинители. Вот с такими вот насадочками. Очень удобно. Они разные, бывают разных размеров. У меня только два размера. Вот маленький крючок. Вот я его выкрутил. Сейчас обратно закручу и на этом закончим. Может быть, кому-то пригодится. Есть свои нюансы, как вы заметили. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь на канал. Всегда всем взаимка. Респект и уважуха. Пока.